Исполком Одесского горсовета ограничил въезд в Одессу в утренние и вечерние часы пик для грузовых автомобилей и запретил им останавливаться в это время на главных транспортных магистралях города. Согласно решению, принятому 22 апреля, муниципальный департамент транспорта и коммунальные учреждения СМЭП должны разработать новые схемы организации дорожного движения для запрещенных улиц. В утренние часы с 7 до 10, вечерние часы с 17.00 до 20.00. Мы надеемся, что таким решением мы повысим проезжаемость наших улиц и снизим уровень пробок. На основании принятого решения будут разработаны схемы организации дорожного движения и установлены соответствующие ограничивающие знаки. Как только знаки будут установлены, соответственно, проезд грузового транспорта будет запрещен. Еще раз напоминаю, это в первую очередь проездные магистральные путепроводы. Николаевская дорога, Краснова, Водопроводная, улица Семена Полия и центральные улицы города, которые связывают наши спальные районы.